Промоутерская компания «Школа чемпионов» решила организовать великолепное шоу бокса. И кому, как не вам, выбирать то единственное, которое человек, который будет разговаривать. Это кривая достаточно серьезным соперником. Ну просто элементарно, не страшно? Ну я бы не сказал. О, Денису не страшно, он готов. Можно положить на 3 ноября, увидеть настоящую руку, настоящий профессионал. Меня зовут Левенте Берец, я генеральный директор промоутерской компании «Школа чемпионов». Сегодня у нас проходил кастинг Ring Girls, мы выбирали девушку, которая примет участие на нашем турнире 3 ноября. Турнир называется «Коррида в Нижнем». Это турнир по профессиональному боксу. Главный бой состоится между Андреем Сироткиным и Рикардо Майорго. Будут выступать молодые талантливые нижегородцы, в том числе Денис Бочаров и Денис Зыков, которых вы сегодня на нашем мероприятии увидели. Уважаемые нижегородцы, приходите к нам на турнир 3 ноября в КРК «Нагорный». Поддержите нижегородца Андрея Сироткина.